А у нас 11-й бой нашего вечера. В синий угол. Добро пожаловать! Боец из Москвы, Россия, Ильян Колодяжный! Наверное, еще будет один у нас, дорогие друзья, интересный бой по одной простой причине. Дело в том, что представитель A-Team из Москвы Илья Колодяжный дебютирует на профессиональном ринге ММА. Ну, а его соперника, которого вы увидите чуть позже, гораздо опытнее. Но мы уже много раз с вами на этом турнире убеждались в том, что опыт не главное. Главное – желание победить. Это самая жажда победы, которую иногда менее опытные бойцы все-таки стремятся удовлетворить гораздо более активно, нежели более опытные соперники. И его соперник. В красный угол приглашается боец из Дагестана, Россия. Встречайте, Гаджимурад Антигулаг. Ну и вот на ваших экранах Гаджимурад Антигулов. 15 боев в ММА, 11 побед, 4 поражения. Представляет бойцовский клуб «Горец». Помощнее, конечно, смотрится Гаджимурад Антигулов, чем его соперник. Но опять же, в который раз вам скажу, внешние данные тоже иногда не имеют особой притягательность, конечно, есть. Смотришь, чувствуешь, мощный боец. Но иногда может уступить своему менее такому претенциозному сопернику, который, может быть, смотрится не слишком хорошо, но борется замечательно. Бойцы 11-го боя нашего вечера. Боец в синем углу. Чемпион Воронежской области по рукопашному бою. 19 лет. Рост 173 сантиметра. Вес 87,7. Профессиональный дебют ММА, представляющий команду А-Тим из Москвы. Илья Колодяжный. Боец в красном углу, обладатель Кубка Черного моря по Пократиону, победитель первого кубка телеканала «Боец», 26 лет, рост 182 сантиметра, вес 92,8. Профессиональный рекорд ММА – 15 боев, 11 побед и 4 поражения. Представляющий бойцовский клуб «Горец» из Дагестана, Россия, Гаджимурад Антигулов. Да, ну, конечно, на 7 лет старше своего соперника Гаджимурад Антигулов, опытнее, что касается боев в ММА. Ну и я уже говорил, что, конечно, помощнее он смотрится, нежели Илья Колодяжный, который, вот, судя по всему, первые свои шаги в боях смешанного стиля сделал, ну, наверное, все-таки где-нибудь в Воронеже, в Воронежской области. Вы слышали объявление Ломали Зурушева о том, что в Воронежской области он один из сильнейших. Ну, посмотрим, как у нас, сколько у нас продержится 19-летняя Воронежская область против бойцовского клуба «Горец» 26 лет. Я имел в виду, разумеется, Гаджимурада Антигулова, который уже прижал своего соперника к сетке и уже нанес ему несколько таких ударов в голову, очень неприятных. Конечно, пытается вырваться из объятий. Ой-ой-ой-ой, да, удары пошли уже один за одним. Так может быть и технический нокаут, как
предыдущем нашем бое, когда буквально осыпал Расим Курбан Исмаилов своего соперника ударами. Ну и рефери зафиксировал технический нокаут. Да. Воронежская область явно как-то. Все. Ну, видно. Воронежская область, как говорится, мимо кассы. Илья Колодяжный недолго продержался у нас в октагоне против Гаджимурада Антигулова. Или нет, бой у нас продолжается. Нет, я смотрю, Ломали Зурушев уже направляется в октагон. Ну, вы, в общем-то, и видели. Итак, в этом бою по причине сдачи бойца в синем углу на 47-й секунде первого раунда победу одержал боец в красном углу Гаджимурад Антигулов, Дагестан, клуб «Горец». Ну а...